Студенты из Ангарска будут представлять город на финале национального чемпионата WorldSkills. Двое учащихся техникума строительных технологий Константин Удружев и Максим Бодрук смогли завоевать третье место среди команд Сибирского округа. Скоро им предстоит состязаться за звание лучших. Компетенция геодезия. Участвует 11 команд со всей страны. 5 модулей, 15 часов на модуле будет даваться, и работа будет на новейшем оборудовании. То есть там, допустим, лазерные сканеры у нас будут, тахеометры новейшие, GNSS оборудование, и еще будет робот, тахеометр, на котором ребята будут вынуждены и с большой, как говорится, любовью выполнить задание. На самом деле это очень сложно даже для профессионала. Финал чемпионата состоится с 6 по 20 сентября. Испытания пройдут также в дистанционном режиме. Чтобы обеспечить конкурсантов всем необходимым для участия, техникум возьмет в аренду самое современное оборудование для выполнения геодезических замеров.